Приюти беженца, получи право на льготы. В Госдуме готовят поправки в закон о беженцах. Если они будут приняты, то россияне, приютившие у себя вынужденных переселенцев из Украины, получат право на компенсацию коммунальных платежей. Авторы инициативы полагают, что такая мера создаст дополнительный стимул для тех, кто дает крышу над головой попавшим в беду гражданам соседней страны. Разработчики видят положительные стороны большого количества приезжих. Они помогут сохранить вымирающие населенные пункты страны. Напомню, что по данным РИА Новости, сейчас на территории России находится не менее 370 тысяч беженцев с Украины.